кандидатом? Я считаю, что в любом случае у вас пройдут хорошо выборы, нормально. Я уверен в этом, потому что мы уже второй день ездим. Вчера мы ездили, смотрели подготовку в участковых комиссиях. Сегодня уже я был на открытии одного избирательных участков здесь. И вот сейчас ездим, пока все хорошо, все в соответствии с законодательством вашей страны.